И снова здравствуйте, уважаемые, дорогие, любимые любители бильярда. Мы с вами находимся на третьем этапе Кубка мира по пирамиде, который проходит в Кишиневе, столице Республики Молдова. Мужчины сражаются в клубе «Бильярд-холл», девушки в клубе «Багрис». Мы в бильярд-холле и наблюдаем за вторым матчем на телевизионном столе, где встречаются Максим Корейжук и Владислав Осьминин. Украина против России. Были, конечно, различные варианты, кого поставить на ТВ-стол, но выбрали именно этот. Хотя бы потому, что это международный турнир и международная пара на ТВ-столе, во-первых. Ну, во-вторых, Максим Корейжук – один из сильнейших игроков Украины. Правда, присутствующие здесь Ярослав Тарновецкий, Александр Поломарь – очевидные фавориты. Максим не столько. Да не обидится он на меня за такие слова. Но Влад Осьминин, вот уж где поистину. Один из сильнейших россиян, в отличной форме находится в последнее время. Поэтому выбрали эту пару и показываем вам. Кто будет следующим на ТВ-столе, пока неизвестно. Будем смотреть по мере прохождения этого матча. 1-0 Максим повел. Аккуратный свечок. Павел Черемисин спрашивает у меня в скайпе. Искали вы его комментарии, уважаемые любители бильярда. Еще и в скайпе, да, я общаюсь. Пишет, сколько видов общения ты мониторишь в момент комментариев? Штук 6. Это как-то даже не считал. 5, похоже. Чат видео сервера bambuzer.com. Чат Лиги любителей бильярда, форум billiardonline.com, Skype и Аську. Этого, по-моему, достаточно. Я отвечу, Паша, на твой вопрос, как там в Кишиневе тепло. Ну, да, тепло. Плюс 14 было совсем вот недавно, когда я был на улице. Правда, чуть-чуть пасмурно. Хотелось бы потеплее. Видел я сообщение в чате от Натальи Корневой, известной спортсменки из Сургута. Привет, Наташа. Если хочешь кому-то передать персональный привет, то пиши. И можешь заодно рассказать, почему не приехала на этот турнир в Кишинев. B52 пишет, мол, Корейжук разминался на тихих ударах, а сейчас все делает как положено. Но недостаточно положено, скажем так, потому что на полочку положено всего 6 шаров из 8 возможных. Изначально, да. Наталья Куронова у нас находится в сетке. То есть она приехала и, видимо, из клуба «Багрис» наблюдает за тем, как развиваются события в клубе «Бильярд-холл». Ну, до чего дошел прогресс. Ну, я думаю, может, Наташа присоединится к нам и поможет провести репортаж из «Багриса». Thank you.
Вот Наталья пишет, что да, так и в Кишиневе выиграла первую игру, и играть ей придется уже завтра. И помню я, конечно же, о том обещании, которое я давал вам. Мол, узнаю, до какой стадии будут играть спортсмены. Первый круг играется точно, как вы понимаете. Второй верхней сетки также. И, наверное, третий и нижний, а может быть даже четвертый, но это, конечно, вряд ли. Пока судейская коллегия еще не знает, как будут развиваться тут события. У девушек играется сетка до Олимпийки 8 человек, у мужчин в 32. И удивляться, вот сколько говорят судьи на турнирах, мол, отключайте звонки мобильных телефонов, но все равно находятся те, которые упорно хотят дать послушать и зрителям, и самое главное, участникам о том, какие же у них красивые мелодии на мобильниках. Да. Доводит дело до победы в стартовой партии Максим Калижук. Позиция была достаточно раскрыта для того, чтобы собрать и партию с кия. И точно так же после ошибки Максима мог сделать Владислав Осьминин. Нет, украинец повел 1-0. И вот от Натальи Корневой сообщение. Да, Корнева-Тихонова 4-1. Таков был результат ее матча. И встреча Казакова-Бунос 4-3. Наверное, самая любопытная у девушек была. Картинки от девушек пока нет, да, там не ведутся съемки, может быть, завтра или, ну, послезавтра не точно, уже переместятся сюда, в этот клуб. Второй неточный разбой в этом матче. Покачал головой Максим, понимая, что, ну, свезло так свезло. Шар застрял в лузе. Владислав прицелился к парочке, которая смотрит в правый ближний угол. Еще один результат у девушек. Воробьева-Шапкина 4-0. Алина Кулай, Татьяна Максимова 3-4. Молдавия проиграла России. Ну, откровенно говоря, немного девушек, всего 21 участница. Почему такой недоезд? Сказать сложно. Может, кто-то жалуется на географию Кишинева. Слишком далеко он расположен от центра России. От Москвы, имеется в виду, в первую очередь. Ну, вероятно, так. Подбой удался, но пока я не вижу ничего интересного после этого подбоя. Очевидной игры, похоже, нету. Ну, для многих не секрет, и поздравляли мы на сайте billiardonline.com вчера с днем рождения Бориса Слюсаря. Присутствует он здесь сейчас в зале и следит как раз-таки за игрой на ТВ-столе, за своим приятелем.
за другом Владом Осьмининым. Ну и что могу сказать? Вроде бы в отличной форме. Живы, здоровы. Отмечали по-спортивному и без экстрима. Вынужденная пауза в игре. Сложная позиция. В чате ЛЛБ Ильхам Кагарманов спрашивает, что же случилось с чемпионатом Европы среди юношей, какая-то машина времени получилась, не удалось нормально посмотреть финал. Честно говоря, не знаю, у нас вроде бы на картинке все было отлично, без прерываний. Ох, сложный шар. Ну и возвращаясь к ЧЕ среди Ю. Все там было нормально, и Сергей Горысловец на самом деле собрал нужное количество шаров, никакого трюка, видеотрюка там не было. Ну и вы, конечно же, помните, что были у нас там большие проблемы с интернетом. По этой причине мы сделали запись специально в хорошем качестве. Я это анонсировал во время турнира, во время трансляции. Как раз мы перегнали видео и в ближайшее время выложим в более хорошем качестве. Можете пересмотреть, либо порекомендовать кому-то из своих друзей. На мой взгляд, игру в финале образцовой не назовешь, но она очень упорная и достаточно наглядно демонстрирует современный бильярд. Да, отвечаю вам, пользователи нашего чата на видеосервере B52. Все будет в этом финале, выложим в полном объеме и в хорошем качестве. Да, неизбежно колесо фортуны. Сначала подставился Максим при своем разбое. Теперь подставка в исполнении Влада Осьминина. Уверенно вроде бы движется шар, но докуда дойдет,
неплохо. Очень тщательно вымерял и готовил этот удар Владислав Осьминин. Все получилось, за исключением того, что выкатил он на прямую линию сейчас шар в дальний правый угол. Рискнет ли Максим? Вот так вот. Столь важный свояк, после которого шары останавливаются совершенно неконтролируемо. Есть игра. Даже можно и серию наковырять. Да, не случилось подбоя вот этой небольшой кучки из четырех шаров. А то было бы вообще грустно Максиму. Ситуация для украинца безрадостная, несмотря на то, что он ведет 1-0 в этом матче. Игра пока что не клеится. Игра во второй партии, конечно же, в первую очередь ее имеем в виду. Железный просто удар с левой руки. Фантастика. Я понимаю, для кого-то из вас, дорогие зрители, это норма. Для Влада тем более. Но я лишь вздыхаю и мечтаю о такой игре с левой руки. Макс пишет, мол, наверное, Калежук волнуется. Нет, в целом спокоен Максим. Под свои очка. Александр Поломарь очень так упорно.
упорно наблюдает за ТВ-столом и что вокруг него происходит, понимает, наверное, Саша, что скоро будет играть на этом столе. Может, не сегодня, может, завтра. Любимец публики, конечно же, и любимец наших камер. Эх, может быть, и напрасно сейчас Влад отодвинул этот шарик, который был возле Алузы и стоял под свояка. Ну, продолжение есть. Справа не дотянется, с левой сыграет. Так какой не дотянется. Да, вплотную к столу пришлось встать. Но оно и лучше. Четче и увереннее опора. 1-1 становится счет в матче. Владислав сравнивает счет. Игроки восстанавливают пирамиду общими усилиями, возвращая шары с полок на стол. Влад будет разбивать. Наталья Корнева пишет: «Осьминог, мы с тобой». А Б52 говорит, что болеет за Максима. Ну, приятно, что вы поддерживаете и тех, и других спортсменов, и молдаван, и россиян, и украинцев. Кто-то болеет за единственного белоруса в сетке. Кто-то, наверное, ждет выступления сборной Киргизии на ТВ-столе, не знаю. Даже ее, может быть, и до этого момента. Приглашаетесь, чтобы приглашать на
слегка подвис у меня компьютер, поэтому приходилось выключить микрофон и высказаться достаточно нелитературно в адрес вот этой ошибки. Ну, если что-то писали, пожалуйста, продублируйте мне сообщение. 3-6 сокращает отставание от Максима Калижука. Влад. Никаких затруднений не вызывает у Владислава Осьминина игра с борта. Не совсем близко к борту, но просто нестандартная несколько опора получалась для руки, для моста. Отработанный удар, четкая техника. И похоже, что идеальное продолжение. Присоединяется к нам в чате ЛЛБ и спрашивает, до скольки сегодня будут продолжаться матчи. Чуть раньше я говорил, для тех, кто сейчас, так же, как и Вадим, присоединился к нашим трансляциям, сообщаю, что у мужчин играется помимо первого круга. Похоже, он уже, наверное, даже весь полностью закончился. Не знаю, давно не смотрел на сетку. Вы можете это сделать прямо сейчас. Также играется один матч по верхней сетке, один круг. Сетки у нас проходит, похоже, весь без встреч, насколько я помню, но так навскидку не могу сейчас отвлечься, к сожалению. И будет сыгран второй круг в нижней сетке, а может быть и третий, если все очень быстро тут пройдет. Это будет зависеть от судейской коллегии. Отличная серия Владислава Осьминина. Сыгрывает он необходимое количество шаров. Максим Калижук будет разбивать. Максим Калижук не везет украинцу в этом компоненте игры. Благо сейчас хоть шар не застрял в лузе, но есть что играть Владиславу.
Да. Чужой угол очевиден. Андрей Дубарев, наш форумчанин, сайта billiardonline.com и владелец клуба «Классика» в Риге, спрашивает. Ну, помимо этого, всего прочего, Андрей еще также и участвовал у нас в Евротурах. И дочку свою возил на соревнования. Известная личность в мире бильярда. Интересуется, где будет чемпионат Европы. Да, уже 100% он будет в Волгограде. Через полтора месяца начнется главный чемпионат континента. Да, мало чем отличаются чемпионаты Европы от чемпионатов мира, увы, это так. Но хочется верить, что будет разрастаться география участников турниров по пирамиде. Нету машинки тут поблизости, в пределах видимости Владислава Осьминина. Необходимый инвентарь найден. Посмотрим, какой Владислав взять, как он обращается с тещей. Дима Данин спрашивает, примерно до скольки по времени будут продолжаться игры, но это вообще непредсказуемо. Могу лишь предполагать, но вероятность моих предположений будет равна 50%, 50 на 50. Ну, может, часиков до 6. Это 7 по московскому времени. Помимо того, что мы ведем нашу трансляцию вот на этом ТВ-столе, в самом центре клуба «Бильярд Холл» в городе Кишиневе, у нас же еще есть два ТВ-стола, и вы можете посмотреть записи матчей, которые я снимал на протяжении всего дня Сергей Гелевич, сайт «Дуплет», известный всем не только украинцам, но и, наверное, и россиянам, и белорусам. Очень популярный ресурс в бильярде. Учитывая то, что у нас фактически три ТВ-стола, то можно обеспечить себя просмотром интересных матчей вплоть до завтрашнего утра, когда мы продолжим здесь. Потихоньку, помаленьку набрала обороты игра Владислава. Сыграл он с Кия 8 шаров. Ну, что тут сказать. В отличной, просто в отличной игровой форме. Уверен в себе, спокоен. Убийственная просто игра. С таким спокойствием Влад относится каждому шару, который даже и не кажется простым большинству здесь присутствующих зрителей. Это и спортсмены, не только простые зрители, любители бильярда из Кишинева. Почему я так уверенно могу об этом судить? Ну, просто слышу, как обсуждают те или иные действия игроков, зрителей в зале. Спрашиваете, какого года
рождения. Владислав Осьминин, по-моему, 91-го, если не ошибаюсь. Максим, как гляжу, гораздо повзрослее, 83-го. Стоит ли комментировать тот факт, что неудачный разбой очень многое решает в каждом матче, особенно на ТВ-столе? Да, мы, конечно, прекрасно понимаем, что не все тут кладут серии по 5 и по 8 шаров. Бывают на турнире игроки послабее, но здесь на ТВ-столе, несмотря на напряжение, на груз ответственности, на то, что вы смотрите, болеете, может быть, упрекаете за те или иные действия игроков, все равно они показывают экстра-класс. И мы понимаем, что да, вот этот неточный разбой сулит большими проблемами для игрока. Позиция открыта, позиция отличная. Если играть с такими выходами, то 8 шаров будет набрано очень скоро. Через минутку мы, может быть, уже начнем и следующую партию. Напихал по полной в эту угловую лузу шаров Максим. Может быть, надо бы ее разгрузить. Да, еще одна партия с кия. Ну, не то чтобы я какой-то талантливый предсказатель или прорезатель. Просто очень давно наблюдаю за этими спортсменами. И за Владом, и за Максимом. Частенько катаюсь на соревнования и понимаю, что да, вероятность собрать партию с кия в такой ситуации слишком высока. К сожалению, отвлекся, начал изучать чаты и прочее. Завис он и моего компьютера, уж извините. И похоже, что Максим Калижук взял перерыв. Странно, после партии с кия, видимо, настраивается на свой удачный разбой. Ну что ж, очень скоро продолжим, пока я повоюю немножко со своей техникой, а вы запасайтесь пивом и орешками, как любят говорить наши судьи.
Ну, продолжают поступать интереснейшие сведения из клуба «Багрис» от Натальи Корневой. Контра у Ивановой Виктории с Рамодиной. Иванова положила раз разбоя. Да, любопытно, как там закончится противостояние. Наталья Корнева опять же говорит, что могу с уверенностью сказать, что завтра буду играть с Максимовой. Я жду пару у двух Максимовых. Татьяна и Светлана играют, видимо, разыгрывают сейчас право выхода в следующий этап. Я не представляю, что такое сделал в перерыве Максим Калежук, но на самом деле настроился. Настроился на игру по полной. Забил с разбоя, повел серию. Главный судья соревнований Юрий Николаевич Червонев, чей голос вы можете слышать у нас в интершуме, когда он объявляет матчи, либо вызывает соперников к столику главного судьи. Вот сейчас в перерыве поинтересовался у меня, кого ставить следующего на ТВ-стол. Я сказал, подождем следующего перерыва, потому что почему-то мне кажется, что будет контра. Наталья Корнева ставит на осьминога 5-3. Отличный шар. Уверенно и спокойно по такой резке. Максима, видимо, совсем не смущает то, что Владислав в последнее время набрал отличную форму и показывает, что я-то такой в форме, Влад, нахожусь уже очень давно. Когда будет играть Сашка Поломарь? Ну, Александр сейчас у нас в зале. Ожидает своей встречи. А, нет, извините, играет. Он на соседнем столе от нашего справа. К сожалению, из-за зрителей я не могу видеть, что там, как развиваются события. Попадет еще Александр на ТВ-стол. Мне почему-то кажется, что это 100%. Собирает шарики Владислав Осьминин. Так и не удалось ему подойти к столу в этой партии. 3-3. Три партии с Кия подряд мы пронаблюдали. Вот сейчас. С другой стороны, согласитесь, очень как-то неторопливо проходит этот матч. Очень спокойно оба игрока. И кажется, что он длится уже очень долго. И мне кажется, что я очень часто говорю слово «очень». 3-3, 6 партий сыграно, 7-я. Нечетные у нас на разбое Владислав Осьминин. Я
Опять не идет разбой Влада. И случайный шар почти упал. Облизал губки дальние правые лузы. Остался на игре. Игра это в будущем, в перспективе. Сейчас чужой в середину с оттяжкой. Да, и перевод к средней лузе. Говорил я уже о том, что свободные игроки, у которых нет сейчас матчей, в основном присутствуют возле ТВ-стола и наблюдая за встречами, которые у нас здесь с вами. Вот Вадим Корягин сейчас активно щелкал пальцами на предыдущих двух ударах Максима Калижука, поддерживает от своего соотечественника. Неужели третью подряд ския даст Максим? Похоже, я отвлекся и сбился. Да, прошлая была не ския. Но не столь существенно. Главное, все-таки, какой у нас счет. Стратегически самая важная партия. Сейчас 3-3, счет равный, матч до 5 побед. Максим Калижук повел в матче против Владислава Осьминина, что очень многими даже и не рассматривалось как реальный результат. Наталья Корнева, вы проиграли. Я ставил на контру, у меня еще есть шансы выиграть в этом споре, пусть и заочном. Очень многое, конечно, сейчас будет зависеть от разбоя Максима. Упорный поединок. Владислав взял перерыв. Будет настраиваться на игру. Да, зрители активизировались. Вот Виджай Дрангой только что подходил ко мне и спрашивал какой-то счет. Удивлялся, сколько же ребята играют. Александр Чепиков также. Максим Калижук сейчас обсуждает со своими друзьями, с товарищами по сборной. Говорит, ну что, сейчас не забиваю, получаю 8. Может быть, достаточно объективен в этих своих суждениях. Ладно, возьму перерывчик. И я, с вашего позволения, пишите ваши вопросы, задавайте их в чатах, на форуме. Вернусь, все прочитаю и всем отвечу.
Возвращаемся мы к матчу. Взявший перерыв Владислав Осьминин командным голосом, шутливо, конечно же, сказал, можно начинать. Разбивает Максим Калижук. Разбой, что остается на игре. Что-то будет. Владислав найдет. Он спрашивает и переживает за Александра Пономаря, точнее, за вашу возможность проследить за его игрой. Нет, сейчас не ведется запись матча с его участием. Но подождите, будет Саша и у нас на ТВ-столе. Либо он у нас, либо на сайте Дуплет. Отличный удар. Никита Левада, чемпион мира по комбинированной пирамиде, щелкает пальцами, поддерживает ростовчанин второго ростовчанина. Превосходный выход. Понимаю, что сложно вам отвлечься от этого зрелища и писать побольше сообщений нам в чат, которые касаются именно текущего турнира, а не каких-то перспектив. Но сообщу, что следующим матчем мы покажем встречу между Сергеем Грысловцом и кто же ему будет противостоять, Дмитрий Райков. Двое россиян. Подбой получается, но что с него будет? Найдет ли что сейчас Влад? Безошибочно. Сложный удар. Награда за смелость будет, похоже, свояк, да. Именно на него сейчас настраивается Владислав. Милитки. Очень тщательно. Thank you.
не самая приятная резка чужого в угол. Дальний правый имеется в виду. Крайним левым шаром. Может быть, свояк попробовать? Молодец, не стал рисковать, ничего не оставил. Спокойная, взвешенная, обдуманная игра. Влад, давай, красава, пишете вы. Сложно поспорить, молодец, сражается. Но несколько подвис он. Матч до 5 побед, напоминаю, да, для тех, кто не разбирается пока еще в счете. Может быть, кто-то и вовсе впервые следит за нашими трансляциями, не самым лучшим образом знает правила, не понимает то, что происходит на столе. Задавайте вопросы в меру возможностей. В силу своей компетенции буду отвечать. Не получился свояк у Максима Калижука, и в итоге... Зато получился подбой, после которого Владислав вроде бы, да, судя по его мимике и выражению лица, после этого подбоя он найдет еще пару шариков. Именно два шара ему необходимо для того, чтобы завершить партию и перевести матч в контру. А я говорил, что будет контровая. Четыре. Это, похоже, не будут брать еще один перерыв спортсмены, имеют они право по регламенту на таковой. При равном счете перед последней партией. Влад будет разбивать серьезно настроенную игру. Но может в этот раз положит шар с разбоя. Нащупал своячков. Не через стол, конечно. Сейчас дистанция длинная. Надо просто сделать все как на тренировке. Все как обычно, спокойно. И точно. Разбой достаточно сильный. Пирамида у Влада раскатывается широко. Помним это. Помнит это и Максим Калижук, который собирал ския партию. И нет. Осьминин пас на Калижука, гол. Что тут еще скажешь? Да, не хочет Влад отходить от стола, анализирует свою ошибку. Первый пошел. Неудобно тянуться, надо удлинитель. Не получилось у Максима открутить под пятник Кия самостоятельно. Попросил кого-то из товарищей, к сожалению, не вижу, кто там. Недаром производил все эти приготовления к удару. Воспользовался удлинителем Кия, дотянулся хорошо и шар оставил на игре, пусть не очень удобный. Не прямо в лузе, а ближе к длинному борту с правой стороны.
дотянуться, но можно сыграть с машинкой. Нет, сыграется резко отсюда. Отличное продолжение. Очень светлые перспективы в этой партии, соответственно, и в матче для Максима Калижука. Влад уже привстал со своего места. Он заметно нервничает, переживает. Наверное, корит себя за излишне сильный разбой. Слишком самоуверенно подошел он к этому удару. И, может быть, больше не подойдет к столу вообще в этой партии. Партии в матче. Ух ты! Да не бывает так. На простом шаре ошибается Максим и падает дурак. Владислав стучит кием по полу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, ля трагедии, как говорят французы. Да, ну что поделать, если фортуна против тебя. Против фортуны не попрешь. Владиславу надо смириться с этим и попытаться пробиться в Олимпийку через нижнюю сетку. Впрочем, почему я так рано его хороню? Еще не сыгран восьмой шар. Восемь шаров произносит вслух Максим. Качает головой, извиняется. Не так он хотел победить своего соперника. Да, драматичный поединок. Ничего не скажешь. Ну что ж, очень скоро мы продолжим. Не уходите далеко, оставайтесь с нами.